Всем здорово, ребят. Ну что, опять, блин, немка, опять этот трэш, опять этот мега эпический сервер для бездоната, для доната. Просто крутой сервер для удобной, комфортной игры, как и одних, так и других. Почему? Сейчас увидите. В общем, это просто жесть. Я в шоке с этого сервера каждый день. Поехали, поехали, поехали. Что первое видим? 1500 без скидок. В прошлый раз здесь были скидки, я не помню, по-моему, 900 самого или 1200 было. Ну, в общем, была хорошая, обалденная скидка на роллинг по 10 героев. Это раз. Но это все такое себе, знаете, это 10 героев, это все фигня по сравнению с тем, что вы видите дальше сейчас. Такое чувство, что надо было начинать здесь, бездонатный аккаунт. Но здесь очень быстро все соберется, никакого трешечка. Так, окей, поехали. Начнем с рынка. 1 плюс 1, как видите, они здесь обозначают 200%. То есть вы можете не ошибиться, что вы получите в два раза больше плюх за этот пак. То есть вот такие вот здесь паки есть. Соответственно, вы можете получить такие плюхи. И супер паки за 100 баксов вы можете получить оккультиста. Либо же есть альтернативный вариант, от которого вот скины, герои, ну то есть герой скин, в принципе, вполне очень комфортно и удобно для минимального доната. Вот такой вот вариант. Нажали, собрали и все, и у вас герой собранный на фул. Окей, это не все, это все фигня. Так, сейчас я хочу посмотреть, что у нас на складе. Вриться, позабирать. Это все такое. Эта акция я вам тоже показывал. Заходим дальше. Смотрим эти акции. 1 плюс 1, изменения. Как видите, здесь дают за интересные паки, то есть дают самоцветики. Здесь самоцветики реально очень хорошо собирать. Посмотрите. Вот сегодня я забрал 50. Тут 70, очень удобная тема, еще 50, то есть в таком плане. Дальше смотрите внимательно, какой здесь фонтан. Он работает, этот фонтан, и вы можете отсюда получать монетки. Монетка за монетку, нормально. Вот так вот, ребят. Вот вы можете там, допустим, собрать некроса. Ну, это опять же, набрать монеток, допустим, если повезет с бесплатки. Потом собрать там какие-то осколки, да. Тоже очень удобно и комфортно. Вот я получу плюс 2 монетки. И один осколок огника. Но 2 монетки у нас будет. В общем, вот так вот. Тоже очень удобно. Дальше, здесь ничего у нас нет. Поехали на самое сладкое. Коллекционер героев. Посмотрите на этот коллекционер героев. За малыша Ника вы получаете новые плюшки, новые книжечки, 10 PLC плюс скин на малыша Ника. Круто. Ну, в принципе, да, реально очень круто, потому что шансу без доната получить еще дополнительно какие-то плюхи с острова. Дальше. Заклинательница на эмблемке на крафт 200 плюс 50. Фоба. Вот фоба вообще обалденный. Выбиваете вы себе фобу, получаете на него топовый скин, получаете топовые мешки и получаете гарантированно рунку. Классно? Классно. Ну тут расходники идут за Вервульфа, но тоже я считаю очень отлично. По 300 для без доната, это вообще реально классно по 100 этих получить. И ЗП-шки 400к. Это не все, ребят. Заходим дальше. Просто обалденный пират. Что бы там ни говорили, падает, не падает. Какая разница? Посмотрите, вы можете собрать целого оккультиста. Целого оккультиста отсюда, с этой акции. За 1200 самов, если рольнуть. Плюс эмблемка, плюс зефир, ребят. Плюс огник. Вторые мешки от 10 до 100. Плюс роза от 10 до 100. А вот тут вот дальше скин на хрона можно получить.
скин на здание. И посмотрите, какие плюхи остальные. То есть расходники тоже классные. Бесплаточка, соточка. Ну, нормально. И на этом нормально. Но сама суть, что здесь купить самоцветы реально очень удобно. И плюшки с такого пирата одни из самых топовых. То есть нет никаких вопросов. Реально, я на сегодня согласен, что это самый крутой сервак для бездоната и для доната, потому что здесь есть все. И все сбалансировано, то есть даже AS сервер, там наборы снабжения классные. Во-первых, у AS в два раза дороже донат. Ну, есть некоторые нюансы, но на немке с тех акций, которые есть, ну, вот это реально просто, просто кайф. Что-то горло уже аж подседает от этого немецкого сервера. Топить за него. Так, дальше смотрим. Магазин скидок. Магазин скидок, ну просто обалденный. Потому что за самоцветы, есть, конечно, наверное, донатные плюхи. Карты есть, наверное, за донат. Десятые рунки. Девятые мешки, это понятно. Это все у нас будет за монетки, за эти плюшки. Но сама суть. Скидка минус 80%. И вы можете свободно купить 500 камней. Купить слизней за 300 самов, 20 слизней, блядь. Это просто жесть. Это вы можете себе прокачать героя на десятку свободно. Не запариваться. 300 самов собрать, это просто сходить. У нас, наверное, квест-то, у нас квест-то не открыты. Просто квест зафармить. Ну, реально можно 600 самов в день получать. То есть без проблем, ребят. Без проблем это все можно сделать. Вот. Это следующий пункт. Но опять же, просто красавчики. Посмотрите, какие здесь уже герои есть. То есть получить здесь героя, прокачать его, ну реально. Очень круто. Слизни, блин, жалко, не могу дальше посмотреть. Но плюшки очень обалденные. Так. Ну и последняя акция. Здесь обновили призы. Вот такие вот плюхи. Десятую рунку можете получить. Ну, все как и на английском сервере. На АЭСе. То есть шансы на получение реально очень крутые. Вот смотрите, сумочка. Сумочки мы можем получить там либо камешек дрога, либо скин на зефира. Вот так вот. То есть я не знаю, пока на сегодня более топового сервака с такими акциями я еще не видел. Со всех, где я был, такого разнообразия. Вот смотрите, эмблемку получили, а почему бы нет. Такого разнообразия акций и всего, ну просто, просто нет. Сейчас мы зайдем еще посмотрим на Индонезию. Давайте туда забежим, глянем. Ну, с немкой тут не поспоришь. Вот это самый крутой на сегодня сервер. Так. Так. Вот это, по-моему. Тоже видите награды, лаборатория, пакеты. Меня больше интересует акция. Ну вот тоже 100 слизней. Я офигею. За 500 100 слизней плюс 4 героя прокачать. Тоже, блин, вот это реально кайф. Вот что не говорите, ребят. Вот смотрите, плюс 100 слизней за 500 самов. За 500 самов, и вы можете просто зайти вот так вот в алтарь и прокачать по фану. Ну, здесь просто так дает прокачать. По фану прокачать героя. Вот, пожалуйста. Нормальный дискаунт? Нормальный, а чё нет? Обалдеть. Тут не поменены еще награды. Это просто жесть. Вот
здесь нету плюшек. Что я могу сказать? Вот так вот, ребят. Просто аут какой-то. Я не знаю. Заходишь на русский сервер и понимаешь, что это реально печаль. Полная печаль. Сейчас зайду еще на Португалию. Думаю, Португалия или Испания. Ну, в общем, на каждом сервере есть свои плюхи, но видите, реально, есть очень крутые акции. Португалия. Вот на Португалии. Такие вот плюхи. Семерка, как на Тайване плюшки. Пират. Тут ворожая дают. По-моему, видели уже этот пират. Дискаунт. Дискаунт такой себе. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Пишите, кто играет на немке и как вам играется там. Всем удачи, всем пока.